Здравствуйте, друзья! С вами Дачный сюжет и я, Галина. Сейчас декабрь, время свободное, и есть возможность подбить итоги того, что мы сажали в этом прошедшее лето. Я хочу сегодня поговорить о тех помидорах, которые я сама сажала. И уже если некоторые даже не год и не два уже сажаю, и хочу о них рассказать. Сразу говорю, что я все помидоры сажаю в свою теплицу. Обыкновенная поликарбонатная теплица. Там земля у меня глинистая, хотя вроде бы сами понимаете, что в теплице улучшенная, но в то же время глинистая земля. У меня участок находится на юге Московской области, но мой собственный участок немножко в низине. Поэтому сами понимаете, что там гораздо холоднее, чем, например, вот у нас у меня участок находится в деревне. На деревне гораздо теплее бывает, чем у меня в моей низине. Разница доходит до 5 градусов, где вот стоит у меня дом и где стоит теплица. Так что сами вот предполагайте, что есть что как. Сажаю я с капельным поливом обязательно, потому что просто некогда поливать постоянно. Это уже вроде поставил таймер, он сам включает, выключает. Очень удобно. Ну а теперь я хочу перейти к тем помидорам, которые я сажала. А вот в первую очередь я покажу те, которые сажать никогда больше не буду. А начну я с самого модного сейчас помидора — монгольский карлик. Опять говорю, это мое, у меня растет. Я не знаю, как у кого, как у меня вот он. Вы понимаете, вот написано, ультраскороспелый. Меньше ухода, не подвязывать, не посынковать. Он у меня, не показал себя, вообще никак. Вообще никак. По скороспелости на уровне средних помидоров у меня получился. По обильности вообще ни о чем. Я не знаю, я хорошо десяток-то с него взяла. Сажала-то штуки три, наверное. Весь он разложится, место занимает в теплице гораздо больше, чем обыкновенный помидор, который подвязан. Поэтому я его больше сажать не буду. Хотя очень модный, многие спрашивают, многие интересуются. Опять, я говорю, в зависимости у кого что как. Берем дальше. Тоже один из модных помидоров. Может быть, сейчас он уже перестал быть модным, но вот этот сорт я сажала трижды. Красивый, равномерный, вот именно как картинка, прям вот как будто калиброванный. Но он по вкусу у меня никакой абсолютно. Вот пластмасса, ни запаха, ни вкуса. Я его тоже перестала сажать, больше не сажаю. Вот сорт Дебарао Гигант, вот видите даже, Дебарао Гигант. Что о нем сказать? Если 2-3 помидора на нем есть, из них только один вот такой гигант, остальные так себе, тонкокожий. По вкусу, знаете, есть вкуснее. Я его тоже отказалась сажать, перестала. Вот опять Дебарао, но желтенький. Что о нем я могу сказать? Во-первых, то, что он очень тонкокожий. Очень тонкокожий. И по урожайности средний. Он тем более еще позднеспелый, средний. Хотя я позднеспелых много сажаю. Вот черный мавр. Вкусненький, средненький. Я нашла лучше, вкуснее гораздо. Сахар белый. Если только сажать ради баловства. Тоже 1-2 помидора, остальные мелкие, по вкусу. Даже вспомнить его не могу, какой он по вкусу. Так себе, ни о чем. Точно так же изумрудное яблоко. Но опять я говорю, это именно по своей земле, по своему климату и по своему уходу. Так что это может быть у людей, конечно, и вкусно. И вот отказалась я от балконного чуда. Можно его сажать, я нашла другие. Эти сажать я точно уже не буду. А вот те, которые я сажаю и буду сажать, хотя мне столько много не нужно, я, получается, по одному, по два только сажаю. Начнем с мелкоплодных. Это высокорослый сорт в теплице, как я и говорила, что в теплице. Хороший, вкусненький, обильный, очень приятный. Пойдешь и горстку себе нащипишь, в рот покидаешь вместо конфеток. Приятный, хороший. Я его сажаю.
Но больше мне понравился кишмиш. Такими гроздями он растет, очень интересненький. Хороший, очень вкусный. Я его сажаю. Вот кишмиш. Но больше всего мне понравилась красная карамель. Вот именно грозди, такие, как и здесь нарисованы, действительно, вот гроздь созревает полностью. Вот если не обрывать первые, можно дождаться, что полностью гроздь созреет. И он не опадет и не перезреет, не лопается, ничего. Ну, конечно, немножко нормировать. Вот если балконное чудо я сажала, там не успеваешь выщипывать, здесь вполне нормально. Очень вкусный, очень вкусный. Вот детскую радость я раньше сажала, но сейчас почему-то она мне не попадается. Детская радость тоже такая кистями получается, и он удлиненный. Детская радость очень вкусная, так что если я его найду, я опять буду его сажать. Переходим дальше. Вот помидор для засолки. Он средних размеров, очень плотненький, невысокий. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то 70, а даже 40 сантиметров. Но у меня где-то он сантиметров 50-60 был. Обильный. Очень такой приятный, хороший, в засолке не лопается, хороший помидор. Это сорт гаспачо. Вот сорт хали-гали. Вот вроде бы на картинке он такой, видите, большой, он небольшой, он как раз для засолки. Плотненький, хороший, обильный, хороший сорт. И самое главное, что он не боится фитофтора. Вот во всяком случае у меня в теплице никогда он не болел фитофторой. Хотя у меня в теплице вообще помидоры не болеют, я их не обрабатываю от фитофторы. И они у меня, слава богу, не болеют. Хотя и тумана у меня бывает в моей низине. Теперь вот перейдем. Вот я говорила, что я нашла более вкусный помидор. Вот этот помидорчик. Он такой вот именно правильный. Сейчас вот развернем. Вот такой вот он, красно-коричневый. Вы знаете, ну, очень вкусный. Но здесь вот даже вот как-то он не так, а это он как полосочками вот так вот бывает, коричневыми. Очень вкусный, вкусный такой. Вот именно мало в жидкости, такой вот плотненький. Ну, мне очень он понравился. Вот я его сажать буду сажать, уже вот в 2 года сажала и буду продолжать пока сажать. Вот перешли к крупноплодным. Вот помидор 100 пудов. Что о нем сказать? Я его сажать буду. Плотный, вкусный, на разломе, как арбуз. Действительно очень вкусный. Из него сок томатный получается обалденно вкусный. И в то же время там нет такого, как вот на некоторых. Один есть, а остальные все мелкие. Нет, да, 1-2 очень крупных, а остальные хорошие, не мелкие во всяком случае. Поменьше они, конечно, но все равно очень много их. Так что я его сажать буду 100 пудов. Вот также малиновый силач. Первый год, когда я его посадила, я даже думала, что я от него откажусь. Вот видите, у него вот эта вот ножка. И она у меня была, не вызревала. Чем объяснить, я не знаю. Хотя, в общем-то, объясняют, что там какое-то чуть ли не вирусное заболевание, то да сё. Но в этом году он был обалденно вкусный. Весь полностью вызревал. Такой, во-первых, он симпатичный. Вот то, что видите, как вот так вот интересненький, типа грушевидный. Хороший сорт, так что я его буду продолжать сажать. Он мне понравился. Медвежья лапа. Вот правда лапа. Вот берешь ее на ладошку, вот такой вот огромный помидор. По-моему, у меня даже где-то был, вот действительно здесь вот написано, до 800 грамм. Ну, до 800 у меня не доходил, но грамм где-то около 600, больше 600 был. Очень хороший, очень вкусный, плотный, он такой не плотный, хороший, то, что не то, что твердый, а именно много мякоти. Нет у него вот именно воды вот этой в нем. Тоже очень вкусный. И вот я из этих крупных делаю очень мало то, что сок томатный делаю, и очень вкусный кетчуп делаю. Действительно, я его буду продолжать сажать. Вот видите, вот даже вот оставил, вот он будет у меня. Точно такой же, вот примерно, чемпион веса. А почему, вот скажете, много я таких сажаю крупных, плодных, крупноплодных? А потому что как-то сейчас засолка, она не очень естся. А вот и в салаты вот эти томаты крупноплодные очень вкусные. Действительно, прям вот берешь крупные. И плюс из них, вот как я уже сказала, делаю томатный сок и кетчуп.
Так что я и медвежью, вот этой чемпион веса буду сажать. Хороший, вкусный помидор, точно так же, как и медвежьи лапы. И плотненький, и мало воды в нем. Так что буду сажать, не потерять теперь вот его самого. Вот так. Ну, а для засолки я, как уже показала, два сорта. И вот один из моих самых главных, которых я обязательно сажаю, уже сбилась со счета больше 20 лет, я сажаю Деборау красный. Да, он поздний, он высокий. Его, в общем-то, желательно, конечно, формировать в один, в два ствола. Но чем он, почему я вот так долго его сажаю? Он, во-первых, вкусный сладкий, он плотненький. Он даже, когда в засолке лопается кожица, он не вытекает. Поэтому я его сажаю для засолки. Вот столько я себе сажаю помидорчиков. Конечно, может быть, какие-то еще попробую купить новые, но я думаю, мне этого достаточно. Вот, смотрите, еще раз. Вот столько помидоров я сажаю. Сажаю я не так много, но сажаю по одному, по две. Просто интересно попробовать, что же из этого получается. Но опять я еще раз говорю, у каждого своя земля, у каждого свой уход, у каждого свои подкормки. Я подкармливаю по минимуму. Я обязательно, как я уже сказала, капельный полив, застилаю соломой, чтобы поменьше было ссору. Окучиваю я только пока они молоденькие, пока они посажены, только вот в ямке. Эти ямки заровняю, и потом все, больше я с ними ничего не делаю. Ну, соответственно, естественно, посынкую. А так, выбирайте сами, решайте сами. С вами была Галина. Всего вам доброго, добра!